is communicating from the health ministry, which is giving us those numbers. At least 95 people are dead and 168 others are injured, and they anticipate that number will continue to rise as they deal with the carnage that's been left behind as a result of the suicide bombing in Kabul. Во имя Ходованди Якта. Исмаман Хафизулла. Меня зовут Хафизулла Кадри. Мне 23 года. Последние 5 я живу в Казахстане. Учусь в агротехническом университете и через пару месяцев стану дипломированным инженером. А после вернусь домой, в Афганистан. Когда мне было 9 лет, мой дед взял меня с собой на праздничную молитву в мечеть по случаю Курбан-Байрам. Этот день я запомнил на всю жизнь. Верующие совершали поклонение Всевышнему, кто-то читал Коран, как вдруг прямо в мечети прогремел сильный грохот. Началась паника, шум. Я тогда не понимал, что это взорвалась бомба. Дедушка прижал меня к себе, и мы побежали к выходу вместе с другими выжившими. Нам тогда повезло, что снаряд взорвался далеко от нас. Родители не сказали мне о теракте. Я был ребенком, и на мои вопросы, что случилось, мне объясняли, мол, лопнул большой казан, который слишком накалился на огне. Родители не хотели пугать меня, не хотели, чтобы я чего-то боялся. Отец сказал мне тогда, не забивай свою голову этим. Лучше читай, делай уроки, получай образование. Они очень не хотели, чтобы я боялся выходить из дома. В Казахстане я тоже хожу в мечеть, и мне спокойно здесь. Мне кажется, вам повезло, что вы не задумываетесь о том, что вам и вашим близким может угрожать опасность. Не боитесь посещать общественные места. Людям в таких спокойных странах, как ваша, нужно ценить это. Я бы тоже хотел, чтобы мой народ жил спокойно. Как упоминал президент Афганистана Гани, сейчас находится около 21 террористической организации в Афганистане. Афганистан – это проблема с наркотрафиком. Поэтому для мировой безопасности, для безопасности нашего региона, для того, чтобы оградить наш регион от религиозного фанатизма, от наркотрафика, наш коренной интерес Казахстана – это способствует урегулированию данных конфликтов. Поэтому Казахстан, еще раз повторяю, делает все, что от него возможно с точки зрения дипломатии, экономической поддержки для того, чтобы решить этот вопрос. Поэтому мировое сообщество и США в том числе указывают роль Казахстана как оплота стабильности и надежного сотрудника, надежного партнера для решения афганской проблемы. Когда я окончил школу, хорошо сдал вступительные экзамены, в университете мне рассказали, что есть специальная программа. По решению президента Казахстана афганские студенты получают гранты на обучение в вузах Астаны, Алматы и предложили мне сдать еще несколько тестов, чтобы попробовать поступить в Казахстан. Тесты я сдал, но, если честно, очень переживал, ведь я не знал ни казахского, ни русского языка, никогда раньше в Казахстане не был, не знал, как здесь все устроено. Тогда мой отец сказал, что мне нужно соглашаться и получать образование в Астане. Он сам учился в России и знал, что система образования в ваших странах похожа, что люди живут отзывчивые, гостеприимные. Вот так отец убедил меня, что нужно соглашаться и ехать. Что есть у вас? Чай зеленый. Можно рис котлеты? Давайте, лагман дайте мне. Зеленый чай дайте. И с сахаром. Можно мне черный чай с сахаром? Халайсы, да, джады ларын халайсы. Жасы барна, озынс халайсы.
Все хорошо. Как ваши дела? Нормально все? Да. Угу. Как ездишь к родителям? Да, ездишь. Да, нормально все. Летом или как часто бываешь? Ну, часто в год один раз улетаем, да. Хоть звонишь? Ну да, общаемся всегда с родителями. Хорошо. Заходите. Как? Спасибо. У нас вкусно? Да, очень вкусно. Спасибо. Мандар Кшара Афганистандар. Когда я был ребенком, мы учились в обычных школах. Для нас обычных. Вы бы очень удивились и, наверное, испугались, если бы это увидели. Я жил в небольшом городе Жоузжан в провинции Балх. У нас не было здания для школы, не было столов и стульев. Мы сидели буквально на земле, приносили с собой книги, тетради и писали то, что говорит учитель. Мне тогда казалось это нормальным, я ведь не знал, как живет остальной цивилизованный мир. А книги, тетради, одежду и другие принадлежности нам привозили в виде гуманитарной помощи международной организации, в основном ЮНИСЕФ. Мы так ждали этого дня каждый раз, радовались новым вещам, игрушкам. Уже потом, когда я вырос, стал понимать, насколько это все унизительно и ужасно, что мой народ не мог себе позволить обычной жизни в благополучии и достатки. Даже сегодня Афганистан ассоциируется у людей с ужасами войны, терроризмом, наркотиками. Меня всегда спрашивают, а это правда, а вот это тоже правда? Люди видят только то, что показывают по телевизору, и не знают, что Афганистан — это еще и красивая природа, красивые обряды и традиции, красивые и честные люди, наконец, очень трудолюбивые, гостеприимные. Я всегда рассказываю об этом своим друзьям в Казахстане. Я, получается, перевелась в нашу полиязычную группу. Я была, училась в казахской группе. Первый, кто заговорил, это были наши афганцы со мной. Спрашивали, откуда, с какого города, где училась, сколько лет и так далее. Ну, получается, с хафизом я первым познакомилась. То, что мы видим, например, по телевизору, в интернете, все, что читаем, то, что там война, то, что там террористы и так далее. Мы все как бы с опаской, с боязнью, как бы. Было такое чувство, не буду врать. Это чувство ушло, как мы начали общаться с ними, мы поняли, что они хорошие. Было видно то, что мальчики вежливые, воспитанные, образованные. Хорошее впечатление оставило себе. То у них есть свои цели, то, что они хотят жизни без войны, хотят мира, хотят поменять все в своей стране. Каждый как-то свою страну защищает и не будет рассказывать нам. Он говорил, все у нас, ну, не то, что прям хорошо, все отлично, но он рассказывал, у нас есть проблемы, но он не делился как вот, может, утаивал, он не хотел нас пугать этим. Потому что у нас все равно мировоззрение совсем другое. Мы вот этого ничего не видели, мы этого не знаем, и у нас совсем восприятие другое к этому, поэтому. И он нас не хотел, может быть, травмировать вот этим. Хафиз нас постоянно зовет к себе домой, но мы не знаем. Может быть, когда-нибудь, когда там все станет потише немножечко, мы, может, и поедем все вместе к нему в гости. Они научили меня тому, то, что всегда нужно относиться с позитивом к жизни, несмотря ни на что, быть жизнерадостными, также любить свою страну, показывать ее только с хорошей стороны, во всем видеть только хорошее. Вот этому они нас научили. В январе этого года произошли события, которые меня изменили. Они, по крайней мере, изменили мое отношение ко многим вещам. Это был обычный день после новогодних праздников. После учебы я был в общежитии, читал новости и узнал, что президент Казахстана летит в США с государственным визитом. Я не знаю почему, но мне пришла в голову идея записать видеообращение Нурсултану Назарбаеву и Дональду Трампу. Мне очень хотелось донести свои переживания, переживания моего народа до двух влиятельных политиков. Я записал обращение и выложил его в интернет. Я выжил в афганской войне. Я видел смерть родных. Я видел слезы отца. Я обращаюсь к всем мировым лидерам, к президенту США. Господин Дональд Трамп, вы самый влиятельный человек на планете. Остановите им войну. Только вы можете посадить всех за стол переговоров. Я обращаюсь к президенту Казахстана, уважаемый Нурсултан Назарбаев. Вы лидер мирового масштаба. Вы не раз выступали посредником в решении конфликтов. Скоро вы встретитесь с Дональдом Трампом. Прошу вас, Нурсултан Абишевич, придать ему мои слова и начать мирный диалог у вас в Казахстане.
На следующее утро мой телефон уже разрывался от звонков. Мне писали в социальных сетях, звонили журналисты, просили прокомментировать мой поступок, просили дать интервью. Я тогда, если честно, очень растерялся. Во-первых, я не в своей стране. Я не знал, как это может быть воспринято. Я был очень растерян в тот момент. Призываю наших студентов, увидев флешмоб афганских студентов в Астане, в Караганде, в Алматы, во всех городах Казахстана, где учатся афганские студенты, поддержать эту инициативу, проявить свою гражданскую позицию и выполнить таким образом свой гражданский долг. Не остаться в стороне от текущих проблем, потому что это касается вопроса стабильности, безопасности, касается каждого из нас. Мои друзья тоже удивились моему поступку, сказали, что это большие риски. Ведь, если честно, там, в Афганистане, мне ведь могла угрожать опасность после такого заявления. Бандитские формирования и группировки, которые есть на территории моей страны, они отслеживают такое, им мстят. Я начал переживать за своих родных, я понял, что моей семье теперь может угрожать опасность. И больше всего я тогда боялся разговора с отцом. Я не знал, как он к этому отнесется. Вечерняя Астана в старом центре и вечерний Кабул чем-то похожи. Все спешат по своим делам, много людей на улице. В Афганистане ведь люди тоже пытаются жить, как могут, даже в условиях войны. Спасибо большое. Интересно, что в Астане ты никогда не окажешься один. Всегда можно позвонить друзьям, встретиться с ними, прийти в университет. И даже если выйдешь на улицу один, тебе не будет одиноко. Много людей вокруг, кто-то тебе обязательно улыбнется. Это вообще по-своему счастье, уметь улыбаться. Просто так. Посетила Афганистан. Произошло это после вступления нашей страны на пост председателя Совбеза и накануне государственного визита Нурсултана Назарбаева в США. В официальном сообщении Министерства иностранных дел нашей страны говорится, что визит членов Совбеза в Афганистан организован казахстанской стороной. В результате самый влиятельный орган международных отношений призвал к дальнейшему укреплению регионального и экономического сотрудничества Афганистана с соседними странами. Напомню, поездка для членов Совбеза стала первой с 2010 года и предоставила им возможность самостоятельно оценить эффективность усилий правительства Афганистана и поддержки международного сообщества для установления мира и стабильности в этой стране. Когда по телевизору начали рассказывать о встрече Нурсултана Назарбаева с Трампом, о его визите в Штаты, о выступлении в ООН, я не пропускал ни один выпуск новостей, постоянно читал об этом. Я ждал, что обязательно должна быть какая-то реакция, что все не просто так. Меня с детства учили любви к родной стране. Как бы там ни было, Афганистан – это моя родина. Родина миллионов других людей, которые хотят жить в мире. Как я, как вы, как каждый из нас. Мы, как и все, хотим иметь возможность просыпаться утром, не боясь за свою жизнь, учиться, работать, путешествовать. Да, в каждой стране есть свои проблемы, но главное – это мир. Когда в твоем доме, городе, стране все спокойно, ты можешь стремиться к чему-то большему, и перед тобой не будет разрушительных препятствий. Я увидел такую жизнь в Казахстане. Я очень хочу, чтобы такая жизнь была и в моей стране. А когда я рассказал своему отцу, что я записал обращение президенту Казахстана, он поддержал меня. Он сказал, что я достойный сын своего народа. Для меня это важно.
В Афганистане есть красивая традиция, ей уже много-много лет. Каждую зиму, а зимы у нас теплые, дети запускают в небо воздушных змеев. Это целые соревнования для нас, многие готовятся целый год. Змеев мастерят, упражняются в ловкости. Смысл состоит в том, что в небе должен остаться единственный змей, непобежденный. Это всегда большое событие, когда ты победитель, ты, а никто другой. И знаете, сегодня я понимаю, не всегда важно выиграть, быть первым или единственным выжившим. Важно иметь возможность. Возможность просто быть. Я мечтаю, что однажды мои друзья из Казахстана приедут ко мне домой, познакомятся с моей семьей, увидят красоты моей страны. Я мечтаю однажды показать им мирный и красивый Афганистан, такой, каким знаю его я. Каждый день, по данным международных организаций, в Афганистане в среднем погибают 145 человек. 80 из них ежедневно гибнут от взрывов и терактов.